ноги, три старые офсетовские и просто голову перчатки с Т4. Там тут столько статов на танка идет, прям очень много для 32-го шмота. Так, ну что, ДБМ Брейк 5?
Че, все тут? Локи, уберите пэтов. Локи, ханты. Прочитайте это заклинание. Прыгивайте, спрыгивайте вниз. Лол, блядь. Пет, пет. Пет чей-то, пет. Убрал пет, интересно. Просто моб сбегал к нам и обратно. А еще не все, да, здесь? Полагаю. Хотя бы хил нужен. Я думал, ты опять мне, я испугу дал тебе каску. Пирекс, можешь давать прожимку мне? И я не буду это. Смотри, какой чудесный ретик есть. Да блять! Чуть не погиб. Не технически погиб. Ну, кстати, да. Мне бы вообще по-хорошему на ханта зайти и кинуться кетом. Пирекс, никого не слушай, просто берешь и даешь мне этот. Кстати, в PvP не знаю, что там Ливан полезен. Ну хотя у меня такой корявенький стоит. Ну не корявенький, а упрощенный. Чтоб сильно не нагружал ноут. Без таймеров, короче, хер балы. Нужно себе просто чуть отложить денежки и купить нормальный ноут со всеми приблудами.
чтобы можно было зафаршивать Warcraft нормально аддонами. А то Бартандер, ДБМ и этот. И рекаунт, все. И то рекаунт периодически выключается. Какие конченые, блядь, плечи. Слышался? Тебе уже ГП влепили. Все ГП влепили? Все. По, каждый по 50. Или ретрику давай, ретрик тоже сильный, можешь ему давать. Я на тебя рычать не буду. Ошибся, не подпрокидал, вообще похуй. Я просто беру и наказываю того, кто тебя будет бить. Я буду наказывать его в спину. Свичнуться надо, сложно. Такие душные мобы, пиздец. Так, а нам квест никому не надо? Или надо? Что можно только большого и потом дальше прыгать туда наверх. В а, квест, крест в рочка, да, понятно. Ребят, ну осторожно, что ж так все агрите? Не, правильно, мы же квест мобы идем. Интересно, есть ли реально играть фурики PvP с щитом? Совсем залупа будет. Ну да. Вообще вар всегда с щитом играет. Не, нет, я имею в виду, что типа фурики на постоянке с щитом бегают. Вот что там по. Ну это бред, зачем тогда тебе фурик? Хуй знает, его прикольно. Типа так. Как... Пика и с пика это просто эпично так смотрится. Он щит, чтобы рефлектить, он нажимает. Вообще фурики в целом так такое себе бегать, насколько мне известно. Mm-hmm. Ой, я бью, стою, долбоёб. Там милишники. Да нормально. Ну вот что ты скрупил. Я бы тебе кушал, я немножечко поэту. Ну, немножко проснулся. Ну да. Прошлый раз мучиться совсем долго с ними. Надо еще вот этих пачку сбоку, там квест мог. Это скиле уже. Это уже скилловые пацаны. А можно аккуратно пройти? Интересно. Нет. Нельзя, да, точно нельзя.
Так кто у нас по итогу забрал? Дридж, да, по-моему, кусок? Да. Понятненько. Сильный лог получается, возможен. Точно уже. А? Он и без этого был сильным. Не, сейчас, думаю, будет пожестче в этом. Еще сильнее, да, будет? Да, в Т4 там вообще пиздец. Что-то рейс на месте побежал. Конечно, нормально. Просто фитнесом решил подзаняться. Да, он просто молочит. М? Он, ну, это лунная походка просто. Тренинг. Ну, война, война. РТД, кастера. Ты, блядь, мне больно, блядь, в бабле буду бить. Страх. Это сейчас закончится, эта хуйня. Мне кажется, Пирекс уже просто рейза троллит, блядь. Там пару раз, может быть, убивался. А сейчас он просто, знаешь, типа рейза на эмоции выводит. А рейз от этого вообще сильнее горит. Какие увары могут быть эмоции, кроме ярости? Понимаю. Блядь, рейз, ты такой душный. Ну на. Да у тебя есть каска, что ты на меня гонишь, все. Рейс, а ты когда-нибудь улыбаешься в реальной жизни или нет? Ты такой вечный, суровый, серьезный. Я как-то видел, что он шутил, что он девочка. Это я шутил. Вот что на тебе видит. А фитнес он там мультидотать ядом? Конечно. Это вопрос или это утверждение? Я не знаю, это на вопрос. Ой, нам пиздец еще раз. Так, паладин, где наши станы? Я высмаркивался, извините. Все это вайп на трэш и ро. Блять, ну нет, ребят, пожалуйста. Все, собрались и нормально, сейчас, блядь, пройдем, нахуй. Бля, мы еще не 25-го левел, да? У нас галфхил есть, можете рискнуть. Рейс, ну ты какой-то прям негативный парень, ну серьезно, ну какой ужас. Ну если же быть таким серьезным. Ты его уговариваешь? Да конечно, ну блин, ну как-то нужно человека, типа там, улыбочка, позитив, типа, мы в игру играем, блин. О, пидоры, блядь, не ребафы эти, суки, блядь. Да как ДЛП, где, блядь, истерия, блядь. Смотри, я дал тебе каску, проверяй, смотри, оп. На. А есть фиксик, чтобы починиться? Че, все нет? У меня есть. О, поставь. Буду ставлю да. Спереди рейдер. Спасибо. Крепка тоже есть. Где моя каска? Каска где? Да сейчас, подождите, у меня маны закончились, не могу я так чисто бафать всех. Ту сокет ставь.
Так, начнем с того, что я на ханте в 25-ке, я ничего не бафаю там. Я там полностью все свои бафы отыгрываю. Ты хоть раз вставал и видел, что на тебе нет ауры на 10% АП? Я думаю, ни разу такого не было. Аргументация. В тот момент, когда ты тоже умер, считается? Ну, это уже совсем другое дело. Это не дохили. Никогда не слакал на боссов. Никогда. Просто это ошибки не мои. Не мои. Я идеален, но вы все. Не, я помню, когда ты рассказывал тактику, а тебя не слушали. Вот это помню. Ой, это на этом, да, было дело, было. Ой, мне тогда жопу полыхнуло. Ой, пизду, даже вспоминать не буду. Ну, смысл, не уважаю, Трейс, ну, подшучивай, ну, что такое? Ну, господи, ну, такой душный, ну, правда, ну, пиздец. Хватит душнило триархат устраивать здесь. Нормальный парень, там, тактики понимаешь. Шутки только не понимаешь. Понимаешь тактики, да? Уже Дондер замолчал просто. Ты всех негативом накрыл. Ты рост номер два. Ну, ты жесткий. Донд, а почему мы, кстати, за ФК не гоняли? Да ну его. А? А каково ФК? Ну, чего угодно, там кары, хуяры, ика. Ну, у нас РТ позже, чем у тех, кто... Ну, я понимаю, ну, как бы... Первый день для быстрее. Я 10-х взял, пришел в 6, там, набрал народ, кто может. Я не знаю. Не, такое ФК не... Ну, типа, это, знаешь, там, при равных условиях, ну, типа, даже если первый день смотреть, ну, кто реально быстрее по времени прошел, то и ФК и считать больше степени. Ну, у нас нет столько киберкатли, у нас только рей жесткий, а вы остальные, типа, слабые. А ты сильный? Я нет, я ж не рейс. Дрищ норм, дрищ. А ну быстро, набери авторитет в своих глазах. Пойди в зеркало, посмотри и улыбнись. Скажи, я хорош. Я хороший. Меня райс любит. Блин, Рейс, уже такое, ну блин, подсоветуй лучше, а не этот. Ты только вот это вот все можешь. Да, Паладин, ты слабоват, возьми. Да какой полипауэр, ну не в полипауэр, где там стан не дашь в полипауэре. Ну, не советуй, что душишь, ты давишь, ты понимаешь? Тебе нельзя психологом работать. А детским так и подавно. Я надеюсь, ты им не работаешь? Мышка залагала. Ну здесь ты вообще не работаешь, да? Так психолог 30-й лоялки, так кто такой? Ну, просто после гранды и все. Сама не советую, Исика. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. А будет гер, а? У главхила нет маны. А чё у него нет маны? Залейте ему. Давай. Мы чат не читаем. РЛ рейд не контролирует. Давай за тамчика гемда почитаем. Что у нас там стоит в этом? Ой, всего лишь ШП. Бьем босса. Дон не ДПС, это ДПС какой-то, смотри. Это трапа стоит просто. А понятно, конечно. Я тоже могу включить эту печать. Включай. Сложно, не обгонишь, но накрутки. Ну конечно не накручу, конечно, блять, уже отрыв, блять, сделал, блять, два раза.
Ну смотри, я уже поднимаюсь потихонечку. Ой, ну все, меня оглушили. Ну все, до свидания. У тебя есть шанс. Да, ловушка полурона. Шарик, спри. Ну, конечно, тут их 30 мобов стоит. Должны просто этого ханта оставить там за порогом у поребника. Как говорят, чикер. Сова понизывайся, гроза. Грозная сова. Опасная. Все, Донт, мы близко. А сейчас я вышел из игроков. Так, кого ты? Так далеко. Тебе везет. Только бьем, а босс уже даже половину не стеснил. Конечно, бы все просто уешен, блядь. Кто больше накрутит ДПС? Не, было бы прикольно, если бы ты точно дышал. Да, я пошел. Куда? Стой, останься. Просто лошадь. 4-4, у меня будет такой точный ДПС. Видел, сколько уже намазал? Вот столько можешь? Меня сова обогнала. До свидули. Дули-дули. Ну вот, кстати, Пика, вот этот, который исполнитель этой песни, такая мышь на самом деле. Он когда, до того момента, когда он такой, типа, район рэп записывал, он, типа, совсем нормально с пацанами там здоровался. Как только стрелял патимейкер, все. Типа, ни с кем не общается, ни там, ни с кем не фоткается, а, типа, ну, а до этого нормально было. Ну, а в голову сильно ударило, конечно, человеку. Кондиар выпадет? М? Кондиар выпадет? А, нет, да, не бывает. На ретрика заберут нормально. Говорят, хорошо работает. Под экзорт. Не, ну серьезно, ну правда. Ой, White Fury. У нас сейчас чуть идеальный не умер. Точнее, умер. А, это правильно. О, я ж могу еще вот такой спел заюзать. На туре. Че я ДПС-ку не кручу? Ты можешь закол кидать? Да не забыл кидать. Он же работает. Донт, я близко. Тебе просто чуть повезло. Так, что тут выпало? Мы вот танк одеваем сегодня, короче. Кто у нас холодная магия бьет? Никто. Кроме этого фростмага, правильно? Бесполезная чарка. А, и темные магии? Не, нормально. Может быть, дешевле. Вот, теперь я девятый. Это что такое? Это соло таргет. Ну что, все у нас это? Рейд закончился? Кто? Сложные двери. Ну вообще как бы да. Айс, ты же не танчишь, зачем ты все ролишь? А Суперкс уже мобов бьет. Ебать, нахуй нужна эта чарка, блять, чар ледяная душа. 12 кристаллов бездны, 10 больших радужных осколков, и это еще хуйня. 6 изначальной воды и 6 изначальной тьмы. Что даст тебе? Да ничего, 54 силы заклинания для темной и для ледяной магии. Так они легче. Ну, на, конечно, на оружие. Так не легче из ПДСи. Конечно легче. Не, это же БКшная чарка. Ну, она считалась, типа. Тогда же не было тут только украшено. Не, если бы вот реально чарки можно было делать просто кастомными, типа там, не знаю, сделали бы какой-нибудь свиток условный.
И после этого свитка тебе наносит, ну, даже не знаю. Слушай, ты только что это как они называются, когда они статы меняли в банде или где они ввели это? Так, нам, по-моему, прямо. Да-да-да, нам вон, тень рано. Ой, мне тут в ММ надо все спекаться. Закончились мои боссы сурва. Что за ачивка? Да мы ее будем делать, но мы ее не сделаем. Кто у нас? Да. У нас только 2 кика сейчас. Там любые косты, любая школа нужно сбить. Так а мы на той неделе что-то забивали там. Выйдите назад. Сейчас же, блядь, там не все готовы. Сейчас поумираете, будете плакать. У меня 23 маны. Фаер косты сбил. Вон Райс пишет. Просто говорите, когда у вас киков не будет, чтобы сбили. Фаер школу, кик. О, Райс, привет, заговорил. И все, и опять Райс, двигать. Райс был? Райс только что был? Да. Нихуя себе. Добрый такой. Давайте сразу. Давайте рыбку поставлю. Хорошо, ты ее поставил? Байт. На тоненький. Кушай, но есть возможность получить ГП, да, типа из этой серии. Что хочешь больше? Что, все тут, все готовы, заходим. Мысль, нихуя вы начинаете. А Венец много дамажит, можно Венце бегать? Ну да, что-то это, например. Это будет красивая победа. Файер, блядь. Блин, чего у него так много? Кастов. Это я стану. Стоим на месте. Кстати, Трищ, элементалей одного клан, второго фир. А третьего, четвертого что делать? Смотри. Можешь их убить, если получится. Кто вагон? Я вагон. Я не понял, что это было. Я двинулся к этому. Ну, типа, тут тактика. Если тебя притягивает, ты отбегаешь, в остальных всех случаях ты просто стоишь на месте. Беги, малышка, беги! Чё-то, ладно, извиняюсь. Да Пирекса, по-моему, в одиночку решил убивать, посмотри. Чё с ХП, дядя? Ебать, куда он улетел? Посмотри, где он стоит. Фу, ебать, это ж можно на потолок залезть, а ну, притяни меня туда. Пирекс, да умирай, ну! Сумасшедший дядя. Больше так делать не буду, обещаю. Можно либать, отоплять бой. Конечно, тебя уже кикнули. Нам бежать далеко? Да, бежать далеко. Предлагаю все следовать. А когда сброс будет 50%? Когда 25-ки ведут? Да. Ну да, наверное. Сброс чего? Не и знаю, ты сменил, по-моему. Рейзу 150 голды кинь за такую нелепую смерть. Он не одобряет. А не говорили, когда 25-ки ведут? Ну, пройди в сентябрь, но никто ничего не говорил. А в четверг сказали бы. Вот в этот? Да, да. В субботу вроде, нет? Не, говорили в четверг. Я слышал, только какое число, я не помню. Или среда, может, даже. По-моему, среда. Или вторник. ДХ ведут, вместе с ними сразу заедут. Да. Еще замки все... гильдии там будут. Да, королевство, блядь. Заходишь в локацию, она твоя. Какая же хозяина, тут дома вроде.
Не, мы там уже хату себе присмотрели одну нормальную. Я помню, когда мне было лет 16, мы в линейке захватили какой-то замок, потом его продали и бухали всей... Чем... Это не гильдия, что там, блядь, я уже забыл. Бухали чем? Молочком? Ну, на улице пошли, там в кафешку сняли, там 1015 просадили. Человек 30. Туз, блядь, замок купил еще, блядь, больные, что ли, на. Посъёбнутые. Я историю слышал, там челик, короче, в деревне жил, где-то в тайге. У него, короче, он был ГМ гильдии, и он, короче, продал трактор и всем в гильдии задонатил шмотки. Трактор продал, блядь. Бля, трактор я пожалел его сегодня. Так, первый, получишь каску. Даже никто не смейте свои руки. Где Рейс? Ну, а, все, вижу, ты сзади за собой спрятался, за толстенькой. Вот ты первый получил, брат. Улыбайся, мир для тебя создан. Это не он спрятался, это я встал, чтобы он во мне был, чтобы я сначала каску получил. Блин, Невер, знаешь, что я хочу? Я хочу крест. Себя крест. Ёпты, перебавь, пожалуйста, каску мне 10 раз. У нас МП5 есть, тотем. Хочу больше маны, я школик. Да это пиздец. Ой, извини, Рейс, я не тебе первый дал, но это пизда, это моя ошибка. Чё вы там сидите? Донт что-то на месте бежит. Он на месте стоит, лагаешь. Блин, не я знаю. Понятно. Я еще, конечно, не готов, но ладно, хер бы с вами. Давайте не обосрёмся, пацаны. Простите. Это будет красивая победа. Ну что, первый можешь сразу дать? Давай, долго потерпите его. Бля, почему мне кастом сбивает? Чем мне надо делать, чтобы он не сбивал? Я близко стою? Или как? Не знаете? Подальше. А все, а раньше надо было. О, блин, побежали, пиздец, нахуй. Да, он мой спаситель. Где Винь? А кто профитнее, Дестрик или этот, или демон в десятке? Дестрик, наверное, если ДПС. Смотря что за рейд, типа, если много кастеров, ну здесь много кастеров, значит, по идее. Рейс, например. Ну да, больше трех. У нас только паладин, вар и фонд. И чё это все? Один танк, два хила. Стоим на месте. Все. Стоим на месте. Интересно, а сесть можно во время линца? Да, я думаю, можно. Но не будем проверять. Это была шутка неуместная, извините. Чтобы сейчас начнутся вот эти отчаянные ребята. Ну вот я сел, что-то. Ну. Вот я нормально сел, встал. Блин. Умер, да? Нет, я нет. Ну все, ладно. Ёб ты, блять. Так и знал. Ебать.
Надо понял. Было мне забанить именно того, которого в ветерок кинули. Надо было умереть от элементарий. Блять, я еще не прошла, что это хуйня. Говно. Там же есть. Перекса прохил. БР нельзя. БР хила. Трое умерли, нет БР. БР. Блять, трое умерли, пиздец. Добьем его, нормально. Надо его скилл сбивать. Тем не сбить. Ай, скоро исчезнут. Ну они пропадут, по идее, главное просто, чтобы... А, хил умер. Сало дали. Где-то Пурикс. Уяп. Оп. На. Сейчас все будет. Сдаю щиток, защиту. Чередейский взрыв. Кто-то умирает. Пурикс. Держи. Да. Давайте соберемся, хуйней стрелять не будем. Ну тут бомжей надо было взять сразу. Я одному стан влепил, а больше никакого контроля под них не было. А сколько у них хп? Может их убьем просто? Да зачем? Ну не знаю. Шо я застрял, блять? Сука, ебучие текстуры. А что ты-то как умер? Я от три человека умерло. Я умер от лемов, двое умерло от взрыва. Давайте паровозик. Ну ладно, без языка мы сегодня походим. Мне интересно, как у нас сова от взрыва умерла. Типа, ну, реформа не существует, что ли? Я умер от... Не знаю, я в стене стоял. Пейс, хороший парень, негативный такой. Позитивный. А мне он нравится. Мне тоже. Льется из него добро. Где мои слаки? Где их нету? Нас, Марина, себе каска. Ты единственный, кто с каской, по-моему, это все без слаков, так что было. Так как я тебе дам антиспел, если я умер до него? Меня вышли лемы, убили лем. Рейс, у меня тоже есть оправдание, я паладин, у меня нет мазди-спела. Давайте суманем там, кто-то далеко бежит. Я сову суманю. Да хоть дрыщ нормальный, блять, играть умеет. И сдох. Сдох только. О, кстати, да, слышишь, что ты себе такого себе товарища нашел? В смысле, где бан? Я забанил одного и второго. И пока банил, сдох. Война началась, все. Рейс, это больше не твой товарищ. Бан был. Кончил за упокой, как говорится. Просто надо себе СС дать, вот и все. А может мне? Я тоже хочу СС. Кому дать СС? Войдфьюри? Войдфьюри дам СС. Почка, ты можешь ангела себе отдать, когда их появляются? Все, отдал Войдфьюри. Я отдал их, меня два раза убили. Да и прикол. Понятно. Ё, это чу! Ой, успел. Ай, молодец, блядь, невер коса. Стильный. Кера нет? Блин, мы бьем охоту сколько хреново.
добивайте все подряд, мы все проебали уже. Да? Да. Блять. Бол улетел. А мы на той неделе выполнили одну треть квеста? Ну там что-то сбивать мы хотели, только чародейский, по-моему. Нет. Не сделали, по-моему. Ну там же можно где-то посмотреть в ачивку? Ну да. Тайна Кражана. Вы пролебали. Кто пролебался? Все пролебали. Пролегали. Пролебали. Свайки. Я не знаю, это... Это буря вообще что-то бьет, я что-то под ней стою и похуй. Да нет, буря вообще не бьет. Ну че он не бьет, нихуя? Сирус. Райз, брат, здесь спелил с тебя. Беги. Возьму фебус. Стоим на месте, не дергаемся. Интересно, а пета можно дергаться? Можно. Пета можно, да? Да, можно. Ну, он не будет проверять. Вроде кажется, хули там сложного стоять на месте и не двигаться. Блять, это самое сложное вообще, пиздец. Согласен. Руки... Колени трясутся. Руки так и тянутся. Беги, малышка, беги! Не понял. А где я? Вышли. Пацаны, мы выживем. Пойдемте бить дальше. Давайте убьем этого босса манекена. Согласна? Гоманекен, по-моему, самый тяжелый босс этого рейда. А следующий будет изи, потому что у нас хант есть, да? Да? Да. Так что пару раз. Хотя, что вы мы там вайпнулись? Стоим на месте. Стоим. Бля, мне нравится все-таки в каре Гера, а не в обычке. Видишь, какую-то... Бан. Так. Бля, мне контроль. Забанен. Отдал ангела в пэр. Дрыщу каплю дал, не знаю. Да нахрен мне каплю, ну все, я все, что мог, всех забанил. Ну делай, что хочешь. Я зафирял. Все, респект. Ой, вышел один. На тебе, сука, обратно. Беги, эфир, блядь, обратно. Беги. Хуй знает. Буду босса дальше бить. Я умер. Оба сразу. Да все равно не успел. Долбаный за медлос ремов. Бьете его без меня или нет? Ну, БР дайте. У меня есть пламень, стоим на месте. А этим масфером я могу подбежать, что фермить? Да. А это сейчас на всех венец пламени? Ебать, конечно, копать. Я и не знал, что венец пламени. А хули вы не проанонсили-то? Влага на мне не было. Я сказал, типа, пиздец. Чуть не вайпнул. А у нас парня нет разве? А? Два ляма осталось. Хотя да, в принципе. А все уже нормально, сейчас убьем. Я босса просто не видел, я не видел, что пизда. Босс тебе не конкурент, получается. Ты босса видишь, раскастовываешь его и все, и даже не смотришь. Не, ну я мобов раскастовывал. Не знал, что венец пламени побежал. Нормально, на мне его не было видно. Ты шот его боишься, на таком, да. Ай-яй, блядь, овца нахуй. Кто меня овцу кинул-то, блядь? Че за хуйня? Сейчас будет каст. Венец пламени. Стоим на месте. А прикинь, сейчас венец пламени был бы. Босса, не двигайтесь. Да ладно, танк уже добьет, похрен. Просто стоим. Выйти все. Уля-ля, какие тапочки.
Хорошие? Вообще шикарные, по-моему. Вообще охуенные. О, левая рука какая охуенная! Блять! Вот это сегодня дроп. Ну хуй, я надену свою правую руку тогда, где-то у меня там валяется. Наконец-то от посоха избавлюсь. Че я выиграл? Сапожки выиграл? Фейка меняю что-нибудь на что-нибудь. Давай, короче, если ты выиграешь голову, то ты мне отдашь эту правую руку, левую руку. Договорились? Подожди, голову мы тебе отдаем голову. Не, ну у нее есть руки тоже. В тот раз она полутала, а головы нету. Кому ленточку? Я? Быстрее, ну-ка. А что, говоришь, ленточка хуёвая? Не знаю, если идеальному нужно, пусть идеально ее забирает. Я сейчас все равно. У меня есть яйцо, понимаете? Да ну на шамана она такая. Яйцо охуенное. Яйцо, я же говорю. Я с этим яйцом столько бегал, блядь, что пиздец. Я с яйцами так долго бегал, кому ленточку? Перевязать свои яйца. А чем тебе типа СПД плюс еще СПД не нравится? А у него есть яйцо. И снова, и что, и зачем? Ну, пиздатое яйцо. 200 ОД стоит. Не, ну так и я могу на лока забрать. Может, я там что-нибудь отхилю и как раз чем прохнет, хуй его знает. Подожди, а кто? Непонятно, кому отдать? Идеально, тебе нужно? Ну давай, если никому больше не нужно. Если идеально, забирай сейчас, блядь. ХПС, блядь, будет вон там, блядь. Где-то возле Ульдуара. Алгалон от Соло прохилишь. Че, завтра 25-ку идете, да? Да. Завтра? Не, завтра подожди. А, да. Ой, сука, в командировку еду. Ну, благо, на один день. Вечером возвращаюсь. Когда Ульда? Сколько, я не понял. Завтра. Прикольно. Завтра? Я уже, да? И в воскресенье или понедельник, когда там второй день не было у меня. Блин, ты забыл самое главное. Дай каску. Да смысле, ну бля, ну кто? Ну блин, не умирайте, ну заебали, бля, где? На рейзе есть. Больше нихуя не волнует. Ты где? Спасибо. Добрый ты человек, не постоянно. На донте нету. И на главке. Да, и на донте нет. Ну, главки ничего, ладно. Ваня, что, без каски дамажил? Я без каски босса бил, оказывается, тогда. Не, наверное, не бил, не знаю. Может, бил. Ну, я не умирал. А ты уверен? Сейчас, мне кажется, по-моему, какие-то мобы диспелят. Один баф. Ну да, меня вообще в овцу кинуло. Нормально? Кстати, вот я впервые увидел про вот этот мультикаст фаерболта во все стороны. Да, да это какая-то у него, я не знаю. Ну это фаза какая-то. Фаза вроде, да. Кто ролит на мейн новов? Ты о чем? Никто ничего новов не забирал. Кто, где, что? Давайте с первого пула его убьем, не каждый нам сидеть. Договорились? Ну он тупой, да, какой-то, на нем сидеть неинтересно. Да. Давайте пойдемте посидим на шахту. На ране справедливо сидеть, там как бы сложный босс. Ну на ране, да, лучше все равно. Мне кажется, это тоже самый сложный босс. Тактики сложные, блядь. Ужас. Какие себе условия труда? Ну, Кирекса поднимите, он сейчас умрет. Ретрик захиливает, солян. У меня так попадает. Убьет? Ты кажешь тоже, мне кажется, он возвращает это КП, которое у него было. О, слабый танк сложило все-таки.
сука, сейчас горит, наверное. Хотя нет, пирекс не горит. Большой плюс ПВБшников. Жопа вообще там, не знаю. Вот Герри его интересно бить. Антипригарным покрытием покрыто. Кстати, еще рыбка стоит у нас. Спасибо. Тонт просто респект. Так, а Райс первый забирает. На него, наверное, истерию тогда, соответственно. Пусть он там миллиард ДПС дает. Там Пирекс, короче, дает как-то Райзу неправильно этот истерию, и у них там конфликт случился.